Всем привет, с вами Алексей, он же Crazy Life, и продолжаем проходить игру Dying Light. Итак, наступил день, и около нас тут собрались куча зомбарей. Я предлагаю от винтовочки заодно ее опробовать. Такс. Чуть примокнулся. Отлично. Сколько вас тут? Стреляют короткими очередями. Так, надо поаккуратнее, патроны не тратить. Ага, ты готов. Ой, ребятушки. Так, готов. Ну-ка, не дергай. Во, нормалек. 21 патрон остался еще. Сигареты. Так, денежка. Опять деньги. Да ладно. Так, в общем, я предлагаю выполнить дополнительный квест. Ищите ключи на складе. Дополнительный квест, чтобы заодно посмотреть, что там у нас ждет по различным дополнительным квестам. Плюс, плюс, соответственно, может покрафтить что-нибудь, поискать. Потому что я не сказал бы, что у меня много всего-всего. И какие-нибудь там патрончики. Возможно, какой-нибудь лут еще дополнительный. Был бы весьма кстати. Ну-ка, батарейки. Хорошо. В принципе, нам бы побольше алкоголя. О, алкоголь. Отлично. Потому что алкоголь у нас нужен как для аптечек, как для коктейлей Молотова. В общем, алкоголь всегда везде нужен. В любой ситуации. Так. Ну-ка, брось. Брось, сказал. А, нельзя полутать. Открытый можно. Окей. Что-то как-то подозрительно. Тихо как-то. Не знаю, радоваться или плакать наоборот. А что у нас по урону, типа, самое крутое? О, кто лучше? Такс, бачи. Тут 9, а тут... А тут 16. Опа, это кто у нас, бегун там? Лазит. Да не кричи ты, успокойся. Все будет нормалек. Опа-па. Спасаем чувачка. Ага. Здорово, ребят. Где мои баксы? Я же вам помог. Во. Да, пожалуйста, кушай с булочкой. О, бечевка. Так, что там закипишь? А, это они побежали. А, так, бечевка хороша для коктейля Молотова. Охренеть, они тут отовсюду валят. А, бечевка хороша для коктейля Молотова, но помимо бечевки там нужен алкоголь, который не так часто можно встретить. Так, вроде спокойно, вроде тихо. Никакого кипиша нет. Ну чё, отправляемся по квесту. 200 метров бежать. Так, отвали, зомбарёк. Короче, нам на типа на склад какие-то крючи, чего-то искать. Не знаю, как, насколько безопасно будет на этом складе. И будет ли там вообще безопасно. Вот тут вообще куча зомбарей. Так, тут что-нибудь можно полутать? Можно, только внизу. Окей. А тут вон газовый ходит. Газовый, отвали от меня. Не хочу я с тобой ничего общего иметь, газовый. Так, алкоголь взяли и погнали, короче. Остальное нас не волнует. Так, наверх.
малек. Опа, думал, не допрыгнул. Нет, все-таки допрыгнул. Получилось таки. А, так, что у нас тут? Опять баллон бесполезный. Да выкинь ты его, шиты. Что ты его схватил? Так, я, по-моему, кого-то здесь слышал. Или это у меня уже глюки? Как ты сюда хочешь зайти? О, зомбарик. Окей. Так, а поверху? Что-то я сообразить не могу. Поверху... Да, поверху можно пройти. Осталось только сообразить, как на этот верх забраться. Вот по этим же ты не можешь забраться? Нет, не можешь. Окей. Кстати. Можно же на крышу забраться. Уже с крыши, соответственно, спрыгнуть. А вниз. Залазь. Ну давай. Ну ты можешь, я знаю, я в этом уверен. Отлично. Забрался-таки на крышу. Нам надо вниз. Конечно, нам надо вниз. Так, тут вроде... А тут что, стекло, что ли? Конечно, мы его снесем. Опа-на! Вот это поворот! Вот кто такой ожидал? Я не ожидал. Я, конечно, не ожидал такого поворота. Какого хрена он вообще свалился? Ну-ка, отвали от меня, зомбарь проклятый. Я хотел по-нормальному, по-цивилизованному залезть, а вот хрен. Взял и упал. Ладно, будем пытаться. Чик, сюда. Надо просто понять, в каком моменте он падает там и на каком, скажем так, на каком промежутке он... Вот здесь же стоять можно? Можно. А где именно-то он падает? Вот я понять не могу. То есть где-то здесь что-то сломано. Такс. Только залазь наверх. Тут куча зомбарей. И все, что ли? А, вон сундук какой-то есть. Так, а как вас много? Это что, большой который? Да, это большой. Ничего, мы тебя завалим. А, так, коктейли Молотова. Электропроводящая жидкость. Она нам не нужна. А вот нам нужен тут большой. Надо тебе как-то добраться, потому что ты до меня, я так понял, доходить не хочешь. Вот, та-та-та-та-та-та-та, залазь наверх, залазь наверх. Здорово, чувачок. Бам. Бам. Правильно, ломай тут все, круши. Нормалек. Так, закончились. Закончились мои метательные дротики. Зато у меня есть великолепный сюрикен, который тоже можно пометать. Ну-ка, давай-ка пометаем и его. Так, продолжаем. Ну какой ты серьезный. И не просто серьезный, ты еще и живучий. Так. Ну-ка давай его бахни. Правильно, долби своих, чтоб чужие боялись. Так, еще разочек. Хорошо, нормалек. А, так, что у меня еще есть? А, ракетница, это нам не нужно. Сигареты, тра-та-та-та-та. Чертежи. Констебель.
Констебль нам не нужен. Отмычки, взрывпакеты, ракеты, сюрикены. А для сюрикенов что нам надо? Печевка. Нет уж. На это я не согласен. Опа! Хи-хи! Создал патрона. Вот это поворот. Вот это номер. Так, ну что, ребятушки, а вас я, наверное, так понял, вручную, в рукопашную придется валить. Может быть, у вас как-то... Ну-ка, на вас это работает? Вообще, по-моему, ноль эмоций у них. Вообще, по-моему, фиолетово. На мой ультрафиолетовый фонарь. Так сильно-то не это... Не кипишу, сейчас мы разберемся с вами. Просто коктейли Молотова на вас не хочу тратить. Хотя, если вы соберетесь в одну кучу, одним коктейльчиком, в принципе, вас можно угостить. А вас что, всего четверо? Похоже на то. Мне вот интересно, если я спрыгну сюда. Ладно, горите, ребятушки. Один коктейльчик, я думаю, не повредит для вас четверых. А тот не прогорел, да? А вот еще один, кстати, ходит. Ладно, что, спрыгиваем. Так, хорош. Тяжелая арматура. Ни хрена себе у него урон. Ну-ка. Давайте-ка заценим эту тяжелую арматуру. Вещь-то неплохая. Тяжелая арматура. Поставим его вместо полицейской дубинки, наверное. Давайте с ней походим немножко, с тяжелой арматурой. Где ты у нас? Во, нормалек. Хорош. С двух ударов. Вот, неплохо. Использовать маскировку. Не, маскировка нам не нужна. Мы же тут всех, по-моему, завалили. Сигареты, баксы. Что это такое? Это то, что нам нужно, да? Так тут еще кучу есть. Надо посмотреть все. Тут, по-моему, где-то еще один хер ходил собачий. Надо его... А, вот, ты мелок. Да что ж ты такой-то? Ну-ка. Получай по сраке. Да ладно, узбагуйся. На, все, узбагуился. Так, ну все, вроде больше никого. Можно спокойно полутать, то есть посмотреть, что здесь есть. Кофе, бечевка. Опа. Французский ключ. Такс. Есть что-нибудь интересное? Так, ну это понятно, что сундук, который надо отпирать. А, так их тут два. Матрён. Ну давайте два откроем. Так. Отлично. Отмычку не сломал. Это уже радует, но уже позитив. Короткий кого-то чего-то нож, но он слабенький. Полицейская дубинка, это которую я крафтил. Починить, а я могу тебя починить? Показываю сколько раз. Ясно. Ну ладно, что может разобрать или продать тебя? Что лучше, разобрать или продать? Ладно, разобрать. Я не думаю, что с тебя сломанного можно много получить. Так, баллон, это хорошо. Но он, правда, не пригодился. Так, тут еще ящик был, который... сборку предмета электробита. Электробита. Электробита, это уже круто. Так. О, нормуль. Составная бита. Ясно. Так, ну чё, нам по идее надо выбираться. Посуд, ты можешь вылезти? Ну-ка, признавайся. Нет, не можешь.
Не можешь, так не можешь. А, значит, здесь выход есть. Опа. А, так это баллон. Ну его нахер. Да ладно. Да не скромничай. Ты по-любому можешь через какой-то выход вылезти. Кстати. Вот тут что-то есть. Действительно, придется, наверное, через верх лезть. Я, правда, не знаю, можно ли это сделать, и точнее, как это сделать. Тут же все перегорожено, все перекрыто. Ой, солнце светит прямо в глаз, загораемая спина. Так, а, во! Ты же упал откуда-то отсюда. Я же это помню. Ты сейчас опять свалишься. Так, надо аккуратно здесь ходить, чтобы он не свалился. А тут, а, тут еще и лестница есть. Ну, просто все, что нужно. Я боюсь ходить, потому что я упал в прошлый раз. Меня это напрягает. Да ты же не допрыгнешь до туда. Я просто это больше, чем более, чем в этом уверен. Давай попробуем. Да ладно. Ну, по крайней мере, знаешь, что допрыгнешь. Хоть в чем-то я теперь буду уверен. Так, что такое? Ничего. А тут чего? Тоже ничего. Печалька. Ну и куда ты свалился? А, во, лестница. Отлично. Лестница — это хорошо. Ну что, попытка номер два. Попытка номер два. Главное это, не нервничать. Во, спокойно так вот, чик. И сюда. Ох ты! Ох ты ж, ёжик, автобус! А как туда забраться? Правильно, тут уже газовый ходит. Конечно! Так, а тут? Ну чё, всё, го-го-го, типа? А, куда го-го-го? В обратную сторону же. Так, ребятушки. Я так понял, вы мне спокойно не дадите, да, открыть вот это? Да, они мне спокойно не дадут открыть. Ой, это, ну-ка, отвали. Там куча зомбарей идет. И полицейскую машину они так тоже, я понял, не дадут мне спокойно открыть. Ладно, что, пойдем дальше тогда. Ну вас нахер. Ну-ка! Ну-ка, не трожьте меня. Так, я что-то не понял, куда мы, в какую сторону мы идем? У нас же, по-моему, был значок. А, вот он, блин. Все домом. Воу-воу-воу-воу. Все логотипом перекрылось дома. Я аж прям растерялся, куда нам пойти, куда податься. Но вроде все разъяснилось. Так. Здорово, ребят. Incredible. We have underestimated him. Well, we can hardly be blamed for that. Look at him. Are we done? You're done. We have work to do. And when we're finished, we'll leave some zip lines up for you. Yes, we know how you primates like to swing from the vines. Ну что, спасибо за очки. Теперь опять нас на основной квест кидают. Да вы не спешите. Мы сперва тут подготовимся, походим, полутаем что-нибудь. А, так, а тут чего? Тут вообще ничего, да? Печалька. А, так, и карта. Нам нужно что-нибудь продать, что-нибудь закупить. Это что такое? Случайная встреча. Случайная встреча. Пойти, что ли, посмотреть на эту случайную встречу? Что там такое? Да ладно, вылазь. Конечно, это небезопасная зона. Такс, такс. Ну-ка, чувачок, залазь. Ага, никто не хочет со мной сюда. Хорошо, это уже радует. Если погони нет, значит, уже все хорошо. Так. А ты как отсюда теперь? Наверх пойдешь? Ну-ка, признавайся. Бар! Ну-ка, это уже интересно.
Так. Кофе. Отлично. Да ладно. Чё, столько кофе? Я не спалился до сих пор. Ни хрена себе, сколько кофе. Это ж прям находка. Находка для такого, как я, который любит все полутать, продать. А, так, а что там еще мигает? Холодильник. Ой, алкашка есть. Отлично. Ну просто вообще супер. Просто супер. Так, нам вообще наверх, по идее. По идее, нам наверх. Поэтому лезем вот так. Ты сюда залезешь? Честно признайся. Ух ты какой, красавчик. Залазь. А ты что тут сидишь? Так, злом. Would you look at me, friend, and think that man is a success? No? I do not blame you, but I am. Say, I was. Almost every gasoline station in Harran I owned. And when they announced the Global Athletics Games, it was supposed to be like a windfall. Like winning the lottery. That didn't work out, huh? Well, look around you. What do you think, huh? Harran was a decent place to live. Maybe a little backward in some ways, but we got by. Then we won the bid for the games. Blah, 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 blah. The promises they made us. Average citizens were supposed to become wealthy. And the wealthy, well, we were supposed to become kings. I am Спустя 20 часов. All the dreams we had, the plans we made, gone in the blink of an eye. And it wasn't just successful entrepreneurs either. The government filled our heads with gold promises. Are you a window washer? An appliance repairman? A ditch digger? The games will transform your lives. Your world will change. Yes, our world changed. Sure enough. You take a good look around you, friend. You take a good look and you tell yourself, I must appreciate what ну, I have right now in уснул. This place. Because it can all be snatched away from you in the time да, it да, takes да, to да, blink да, your да, eyes. Да, да. Я в церковь на проповеди читать. Все что ли? Да ладно. The tower speaking. Remember, if you cannot reach the tower in time, get... Так. Чертежи, инвентарь, карта. Так, ну чё, пойдемте продадимся тогда. Тут можно что-нибудь продать? А, во, здесь можно. Окей, бежим сюда. Да, это я знаю. Я знаю, что надо спрятаться, надо укрыться до наступления темноты, иначе будет полный писец. Ну что поделаешь? Так, меня вроде не видели. Надо без палева. Хрена себе. Ребятушки, а как же лут? Давайте я все-таки попробую вас уработать. Тут просто лут какой-то есть. Так, вроде уработал. Да ладно. Да что ж ты, собака, такое-то? Во, по щам тебе. Сколько вас тут, ёлки-моталки. Ну иди уже сюда. Давай резче, уже скоро наступает ночь. Меня не отпускают так поздно гулять. Отвали, отвали. О! Готово? А теперь? Все еще нет. А так? Так, вроде все. Ну что ж какая? Так, тут что-то было. Тут что-то было. Что-то же светилось. Во! Я же говорю, что не все просто так. Тут она ж вон два этих. Два ящичка, которых надо взломать. Так.
О, нормалек. Открывай. Кофе, да бросьте, какой мне кофе? Я вон кофе уже кучу собрал. Можно кофе залиться просто. О, нормалек. Это что? Опять кофе. Дал. Я сюда не за кофе пришел. Дайте мне что-нибудь такое интересное. От чего бы я был просто в восторге. Так. Опа. Опа, опа, опа. А, это с другой стороны. Есть что-нибудь? Нету. Ладно, пойдемте. Тогда. Тогда пойдемте. Так, давайте маркер с карты уберем. А, карта, маркер, чик, убрать, отдалечено. Слушай, дай бухло, дай бухло. Хочет давать бухло, хорошо. Здорово, чувачок. Так, надо что-то тебе... Ух ты, армейский пистолет. Вот ты ёжик. Вроде деньги позволяют, купить или не купить. Вот в чем вопрос. Наверное, нет. Наверное, не купить, потому что буду экономить. Аптечка. А, купить все. Химикаты, клинок, отмычки. Ну, давай куплю, так и быть. Хотя я их могу крафтить, по идее, но они же недорогие. Купить все. Это что, 100 штук? Ну его нахер, 100 штук-то. Так, чуть-чуть прикупить, чтобы было. И все, и хорош. Все, продать. А, так, продать, значит. Нож, крюк, это что у нас? 74,99. Составная бита. Но это точно продать. Продать, продать. А, это точно. Коктейль мох. О, какой коктейль? Никаких коктейлей. Так, ракета. Электропроводящая жидкость. Ценности все, конечно, продать. Вот у нас уже 13 тысяч. 13 ксариков баксов. Это же вообще классно. Это же позитив и креатив. Так, аптечка. Ага. Ну, в принципе, аптечек-то не так уж и много, как хотелось бы. Так что есть резон. Флуоресцентные грибы. Хе-хе, флуоресцентные грибы. Так. Что тут у нас такое? Что за кипиш? Записка. Здорово, чувачок. Можно я вас тут переночую? Не возражаете? Ну-ка в тайнике что? О, ни хрена себе, атлет. А что она дает, интересно? Даже не написано, что дает, но вроде как переоденусь. Ладно, окей. Паркурщик. Отлично. Ждать до вечера. Да тут недолго ждать до вечера. Тут, наверное, пару часов. Все. Да, вон час спустя уже все, ночь. Да будет день. Так, что у нас там по следующему заданию? А, так, так, так. По всему городу включили башню. Отключилась подача газа в газопроводе. Разбирается выживший, но он ушел из башни. Ну-кась, посмотрим. Это нам куда? Так. А, так это ж совсем рядом. Так это ж вообще замечательно. Это ж вообще очень-очень близко. Это мне уже устраивает, это мне нравится. Так. Вот сейчас я опять куда-нибудь заберусь и ебанусь. Вот я прям чувствую. Я же тут еще, шкет, который любит куда-нибудь забираться и падать. Ой, ребятушки, а чего у вас тут так много-то? Позвольте узнать. А там вроде спокойно. Да, там спокойно. This is Crane. Is that you, Tolga? He wants to talk to us. Well, I don't want to talk to him. I repeat, you are ordered to
come immediately. That is all. Shut off the radio. Right. Так, забрались-ка мы на эту территорию все-таки. Получилось. Ну-ка, давай-ка залазь наверх. Там куча лута есть, которого можно полутать. Только на проникнуть к нему. Здорово. This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. I make the rules here. Is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland, or Jeffertown, or New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff! There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. But you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Так, что нам получается надо? Откройте вентиль, откройте вентиль, падая эстакады, туннели. Вот начинается в туннеле. Не хочу никаких туннелей. Так, какая к нам ближе-то? Где я вообще? Понять не могу. Эту, наверное, попробовать. Would a nut make a wall of fire? Хрена себе, вас сколько тут вообще? Ужас просто, ужас. Нам сюда? Что там было, что-то говорили про тоннель. Наверное, сюда. Да, нам сюда. Хе-хе. А ничего, что у вас тут так-то до хрена? Ладно. Так, или это сверху? Да нет, вроде как-то здесь. Надо просто понять, как туда попасть. О, там газовый ходит. Так, ребятушки, откройте вентиль под эстакадой, откройте вентиль в тоннеле. Понять бы еще, как туда добраться. Тут вроде проходов нигде никаких нет. Кто есть газовый? Газовый чувачок. Может, нам наоборот выше или ниже? Написано под эстакадой. Железная дорога. Ладно, давайте попробуем залезть на обед. Посмотреть, может, это сверху наоборот. В любом случае ничего мы не теряем. Вон какие-то зомбарики. Ух ты ж мать, а чё ж так высоко-то? Ну-ка, залазь обратно. Сюда залезешь? Красавчик. А сюда? Ну ты же должен залезть, ну ладно тебе. Ну вот же всякие выступы, хериступы. А сюда? Не, ну ты издеваешься, чувак. Ну вот же куча всяких выступов. Херовый из тебя скалолаз. Короче, чувачок. Очень херовый. Ладно, давайте еще раз пробежимся. Попробуем с той стороны зайти. Так, нормалек. Зомби недовольны, короче, очень сильно, что я тут нарушаю их покой. Ну что поделаешь? О, oh, гад!
Да может мы и не можем туда залезть, потому что нам туда в принципе не надо залазить. Хотя да, как мы на горы эти залезем? Вообще странно. Ну как-то же туда можно попасть, я же более чем уверен. Только вопрос как? Просто я здесь не вижу никаких вообще входов и выходов. Уже загорелись. А, Матрён, Матрён. А вот же выход, кстати. Можешь закрыть дверь? Не можешь. Ну-ка, отвали от меня. Хрена себе, во сколько тут? Отвали, отвали, отвали. На тебе по щам, собака. Что ж, сколько ж вас? Так, тут-то хоть никого. Вали от меня, горит еще и лезет. Вообще жесть. Вроде частично разобрался. Ключевое слово частично, а не прут и прут. Да что ж такое-то? Я ж всех вас уработаю, собаки. Ну-ка, ну-ка, отвали. Все? Да ладно. На тебе по щам. Да еще новые лезут. Да что ж. Там вообще, что ли, бесконечное число? Так, она еще жива, по-моему. Ты можешь дверь закрыть? Не можешь. Так, пока обыщем. Да ладно! Да я уж думал, что ты сдохла нахер, собака. Тухни. Во! Так, выключу фонарь. Охренеть их тут сколько. А, так, что тут есть? И что тут не есть? Записка. Я что сюда ради записки такой путь проделал? Ну-ка, открывай. Химикаты. Охренеть их сколько. Ну закрой ты дверь эту грёбаную. Так, ну вроде они от меня отвязались. Так, вот первый вентиль. Так, ку-ку-ку-ку-ку-ку. Нормалёк. Всё, нормаль. Так, тут что, больше ничего нету, что ли? Так, 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 так. А, так у меня уже эта пуха сломана. Ну давай чини ее, свою пуху. Так, вроде уже все, больше некого. А, вон еще, обыскать можно еще. Может что-то будет стойное? Сигареты. Ну, эти сигареты, как и деньги, в принципе-то мне не особо нужны. А, так, ну тут они... А, нет, вот это поближе вроде как. Вот это вроде как поближе выглядит. Поэтому пойдем сюда. Так, давай врубай фонарь и погнали. Бэм! Гоним, 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 гоним. Бежим, 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 бежим. Побежали, побежали. Чувачок, иди нахер. Чувачок, иди нахер, мы бежим. И на вас не обращаем внимания никакого. Что вы злые упыри. Ой, а тут ничего нет, да? Ой, сори. Сори, я двери ошибся. Я ошибся дверью, я ошибся чуть-чуть. Да ладно. Что за звуки? Ох ты ж, мать моя женщина. А там еще зомбарь идет, да? Так. Сейчас что-нибудь придумаем. Не, ну тебя там уработаем. Иди сюда. Сюда иди.
тобой что решить? Кстати, как вариант. Хотя нет, если даже я тебе кину эти пакетики, которые типа тебя отвлекают, они же недолговечные. Надо какое-то кардинальное решение. Может тут что-то взрывается? Нет? Там еще зомбарик стоит. Слышь, чувачок, ты не хочешь оттуда уйти? Так, тут никто вроде не сагрится. Давайте все сюда, чтобы вы от выхода подальше были. Так, что у нас есть? У нас есть еще 20 патронов. Так, а это горит вообще? Ну-ка. Ой, вот это исполняю. Вот это я рванул, что называется. Рванул всем врагам на зависть. Чувачок, продай мне что-нибудь интересное. Аптечки, допустим. Так. Пистолет. Да черт мне тут пистолет, у тебя по-любому патронов там еще нихера нет. Вот это я шмальнул, вот это я проверил, так проверил. Так, он сюда, надеюсь, не заберется. Ну что с тобой делать-то будем, мил человек? Тебе же валить надо по-любому. Ииии, пожарный. Че, все, бочечка уже. О, тут еще один. Ну давай попробуем тебя с оружием завалить. Хи-хи-хи, промах. Так, не достает, это уже хорошо. Да ладно, ты откуда взялась вообще, мать? Иди сюда. О. Слышь, иди сюда. Бам. А, он, блин, скотина, он бьет и привлекает остальных уродов. Ну ладно, иди сюда, иди сюда. Готов? Готов. 51 бакс. Бам. Бабам. Да ладно. Да я не верю, что так все просто. Столько патронов немножко израсходовал, и ты уже умер. Вот это да. Теперь осталось догадаться, как тебе туда запрыгнуть. А, так а что догадываться-то? Вон же. Вон же. Вон же путь дорога. Через мостик. На мостик хочешь залазить? Залазишь. А тут блевушка. Блевушка, иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, тварь. Все, нет блевушки. Была блевушка, да вся закончилась. Так, надеюсь, я не разъебусь. Ну, почти. Ха-ха, почти. Почти не разъебался. Так, у тебя же еще, по-моему, это было арматурина, нет? Подбираем. Конечно, подбираем. Жула арматурина. Где она? Во. Огне опасно. Винтовка — это вообще классная тема. Там какие-то зомбари вокруг меня ходят. Но плохо, что вас нельзя отсюда завалить. Очень-очень плохо. Так, а как мне выйти-то отсюда? Хрена с два, так не правда. Не покатит, так не получится. А, так можно вот так вот сделать, да, наверное? Да, можно. Окей. Так, ну что? Осталось последнее. Точка, точка. Чувачок, я тебя не знаю, отвали. Отвали. А, так, полутать тут нечего. Бар. Бар, это хорошо. Это очень хорошо.
Так, отвалите, бар закрыт, все. У нас переучет. Опять кофе. Капец, я же уже здесь, я же в этом баре был, блин. Тут опять куча кофе. Вот так же куча бутылок бы алкоголя было бы, я вообще был бы счастлив. Я был бы самым счастливым человеком. Конечно. На тебя нахер по щам. А тебе следующему. А ты у нас еще не готова. А теперь будешь готова. А, ты еще жива. Ну на тебе нахер. На тебе по щам. Тут-тус. Тут ты какой. Прыгишь какой. Охренеть. Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Не достал меня, не достал, не достал меня, чувачок. Обхитрил я его, как он, потому что дурачок. А, так. Ну-ка сюда. И газовый урод ходит. А куда нам, вниз или? Нет, там не вниз. Или вниз. Или не вниз. Нет, там вниз. Походу нам вниз. Да, нам вниз. Блин, не хочу я отсюда слазить. Тут я чувствую себя безопасно. Сухо, комфортно. Так, мне такое чувство, что это поблевушка. Или мне это кажется? Ну ладно, вниз так вниз. А, вон поблевушка. Да ладно. Ты чё, собака? Надо перебинтоваться и срочно. Иди сюда. Иди сюда, собака. Сколько же вас здесь? Спортсмены херовы. Так, 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 срочно, 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 срочно. Валим, 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 валим. Надо разобраться с ситуацией. Так, и чего? И чего? Ну одна вонючка, это понятно. Так, ну ты-то же вообще же дурак. Кто в меня плевал-то? Тут еще где-то плевушка есть. Ну тебе по щам, собака. Так, и чего? Вроде все. Там никто в меня не плюнет, честное слово. Сюда не залезешь? Или залезешь? Ладно, рискнем. Так, там кто-то же есть, там кто-то есть, он меня палит, он сейчас будет меня стрелять или плевать, или вообще что-то он мне со мной сделает. Вали нахер, спортсмен гребаный. Отвали. Все? Все, я вообще, короче, валю отсюда, сидите нахер. Вообще все злые. Злые, больные придурки. Не хочу с вами ничего общего иметь. Открывай, товарищи. Потому что он, так я понял, не усп... да, он не успокоился вообще, гандон. На тебя нахер, по щам. Вот уроды, вот достали, вот меня колупают. Не живется им спокойно вообще ни хрена. Прикопались. Я спокойно иду там газик открыть, чтобы было в доме спокойно, было тепло, хорошо. Можно было еду готовить. Нет, им надо обязательно... Да всего есть дело, короче. Обязательно вмешаться, попытаться мне помешать. Уроды, скоты. Тут поплевушка. Так, а чё, одна поплевушка-то? Охренеть, там еще какой-то метатель грёбаный. Так, надо перевязаться.
Охренеть, вот это она дает. Так, сейчас я тебе быстро, сейчас мы тебя займемся с тобой. Сейчас у меня просто еще коктейли Молотова нет, но сейчас ты узнаешь, что такое настоящая боль. Коктейли Молотова. Окей. Сейчас мы тебя, сейчас, подожди. Такс, коктейли Молотова. Я думаю, хватит на первое время. 25 штук. Нормально. Гори. Гори. Блин, вот этот параша он кидает. Засыпает просто своей парашей. Че, не прогорел, что ли? На добавки. Не, ну ты, чувак, просто издеваешься. У меня просто нет других вариантов, как стрельнуть тебя в голову четко. Все. Так, там еще этот, которого надо тоже успокоить. И куча этой всякой мелкотни. Вы же ни сюда не залезете, да? Так, нам туда. А во-первых, как туда пробраться? Вот мне что вопрос. Очень волнует меня такой вопрос. Опа, это же спортсмен, по-моему. Иди сюда. Иди сюда, не стесняйся. Все, успокоился? Хе-хе, с одного удара успокоился. Хорошо. Так, надо подумать, как туда пробраться. Я так понял, что здесь... Надо залезть вот сперва в эту будку, а потом спуститься в канализацию, наверное, как-то так. Так, этого я успокоил. О, так у нас арматура еще есть. Я вас сейчас спокойненько с арматурой уработаю. А что, ты не мог всех, что ли? Тут же они вон как рядком стоят. Во, нормалек. Вот это я понимаю, ударчик. Хорош. На тебе по башке. Во. Это другой разговор. Бам. Почти сломалась. Что, она какая-то слабенькая стала, что ли? Арматурина. Да че ты выдыхаешь, там уже ни хера не осталось от арматурины. Куча металла какого-то. Бамна. И еще раз бам. Короче, я так с вами до ночи, наверное, буду возиться. Надо вот так вот все вопросы порешать. И все. Давай, отдохни. Узбогойся. Во. Все, готов. Все спокойны. Никого претензий нет. Да, отлично. Так, надо подумать, как тебе туда пробраться, мил человек. Вот как тебе туда залезть? Надо же что-то придумать. Я больше чем уверен, что нам типа вот в это помещение. А забежать сюда по-бырому. А, чуть закрыто. Конечно. Зачем нам открытое помещение, когда можно его сделать закрытым? Так, ну вроде я не спалился ни перед кем, так что я могу спокойно это делать. Так, ну здесь же было, что ты меня врешь-то, обманываешь? Здесь. О, нормалек. Так, давайте попробуем ломануть эту тачку, пока никто не видит. А, так еще и ломать не пришлось. Алкоголь, отлично. А теперь закрой. Вот и все. Проникновение со взломом. Но походу нам не сюда, да? Или что? Как-то же можно туда спуститься к нему? Надо подумать просто как. Так, надеюсь, там не будет никаких зомбарей, да? Это куда выход? А, ну это нормальный выход. Так, давайте попробуем там что-то еще полутать можно было. А, это мусор.
Слышь, как тебе туда спуститься? По канализации. А канализация, наверное, где-то вот здесь вот начинается. Ну, я так понял. Ты прям под воду хочешь погрузиться? Хрена себе. Ну вот, я типа думаю, что посуда, да. Я как раз там и выплыву. Но фишка в том, что я так понял, по логике, нам надо было его оттуда сперва завалить, а потом уже здесь выплывать. Потому что он же сейчас сагриться будет. Он же нам спокойствия не даст никакого вообще. Как на тебя огонь вообще влияет? Ну, по-моему, вообще похер. Он же типа пожарный. Гребаный пожарный. Давай сагрись. Так, что у нас есть вообще из такого? На тебя это как-то влияет? Я вообще, по-моему, по фонарю электропроводящая жидкость. Оно же нет электричества, на кой хер она мне нужна? Правильно, незачем. Ну-ка, чувачок. Чего ты? Во! Топнул ножкой. Значит, процесс пошел. Так, сзади никого же? Там вода. А че он очкует-то? Ох ты ж, мать моя женщина. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну? Так а че ты, иди? Чё ты? Охренеть! Нет, так у нас дела не пойдет. А чё ты не можешь отскакивать, когда удар нанес? Видишь, какой злой? Опа! Вот пошел процесс. Опа! Пошел процесс. Нормалек. Конечно. Во. Во-во-во-во. Вот так вот потихоньку, помаленьку можно его разобрать. Блин, все-таки задел. Так, давайте достанем. А, почему достанем? А, давайте починим топорик-то. Все. Это он меня просто так типа агрит. Добей ты уже. Опа. Что-то он, по-моему, разбушевался. Да ладно. Ну-ка давай-ка аптечку заюзай. Вот как было раньше. Хорошая винтовочка. Чуть-чуть стрельнул, он уже умер. А этот вообще какой-то уже неадекватный стал. Вот что с ним делать? Ну? Вообще неадекватный. О, задел таки. Я думаю, что так вот немножко его порубцевать, и он все-таки сдохнет же. Вот. Ах ты ж, ёжик. Задел таки, задел. Молодец. Хорош пожарный. Ой, как я так попался-то? Так, давайте на всякий случай перебинтуюсь лучше. Так, хорошо. Ты умер? Отлично. Ты собака живучая, а ты какой. Ну все, открываем главный клапан. Я так понял. Все. Сейчас у нас будет газик в городе. Я, правда, не знаю, хорошо это или плохо. Так. Надо по скидкам делать.
Покиньте зону взрыва. Хрена себе, покиньте зону взрыва. All right, I opened the local valves plus the primary gate. Uh-huh, what about the ballast lines? Wait, the what? Flight man flatulence, do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up, or we're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Так, ну все, по идее, закройте. Какой еще закройте? Я ж открывал для того, чтобы закрыть, что ли? Охренеть, это бегуны. А хрена ли их так много-то? Один на меня сагрился. Ну пусть агрится. Где, кстати, у меня там это? Она уже почти израсходовалась. Иди сюда, собака. У меня же этот есть, как его? Инвентарь. Тяжелая эта хрень. Арматура. Так, я заменил, надеюсь, да? Во! Это куда лучше вещь. Так, что там за кипиш, вообще понять не могу. Так, мне говорят, типа, закройте. На нахер. Есть еще желающие залезть? Давай лезь. Получи по щам. Закройте вентиль синей линии. А где он тут? Где этот вентиль гребаный? Да ты че такой, собака? Это что сзади ты подбираешься? Ну-ка иди отсюда. Сейчас я отдышусь и тебя по щам-то дам. Давай залазь. Не стесняйся. На тебе. Попался, который кусался, а он сразу слег уже. Так, закройте вентиль синей линии. Если бы я еще знал, где эта синяя линия. Точнее, вентиль синей линии. Но синяя линия вот. Значит, где-то надо искать. Так, давай, залазь. А, вот вентиль желтой линии. Наверное, это он. Слышь, спортсмен, а вон вентиль синей линии, кстати. Так. Вот он. Но спортсмен туда не пролазит. Спортсмену там жарко. Бам, нахер. Все? Все успокоились? Никому больше не надо по щам. Ну. Закрывай. Там сзади какая-то кипиш. Так. Так, перебинтуюсь. На всякий случай лучше перебинтоваться. А то они прыткие собаки. Все? Ты успокоился, а ты еще нет, да? Ну так это вопрос времени. А теперь успокоился? А теперь успокоился. Отлично. Так, тут мы перекрыли. Значит. Или не перекрыли? Перекрыли. Так, где еще синий этот вентиль? Да что за? Да ничего. Окей. Ладно, будем искать дальше. Так. А ты че подошел-то так без палева? Хотел меня куснуть. Нет. Тем более смысл, я уже заражен. Давай, закрывай этот вентиль гребаный. Ну, давай. Все? Или еще не все? Ну залазь ты уже куда-нибудь. Надо сориентироваться. Еще где-то, видать, есть вентиль. А, кстати, что мы паримся? Тут же вентиля, походу, рядом с источником, где, короче, огонь дует. Ну-ка. Вон он. Ну, блин, вон же, перелезь. Что-то здесь где-то есть, здесь кипиш. Где вентиль? No smoking. Это понятно, что не курить. Это без меня все может взорваться.
Так, огонь я вижу. А, вон вентиль вижу. Перекрываем. Ну, давай. О, нормалек. Все. Aye, aye, Commander. This ain't the Navy, son. Drink some coffee and sober up. Хрена во сколько тут. Ну-ка давай вылазь. Короче, говорите, вернитесь. Ну что ж, возвращаемся. Коль такие дела-то. Все вроде газ пустили, одну трубу перекрыли, которая, как я понял, типа просачивалась, бракованная, в общем, труба была. И все, нормалек, у нас жизнь налаживается. Главное не встретить по дороге никакого хера, который плюет, харкает или всячески пытается меня уничтожить. Так, меня увидели? Да, меня увидели. Блин, я так хотел полицейскую машинку открыть. Ну ладно, что ж поделать, придется не открывать. Так, чего у вас тут так много-то постоянно? Чего вы тут делаете? Чего у вас тут туса такая постоянно? Так, нам наверх. Угу. А тут залезешь? Отлично. Так, не понял. Ну, это понятно, что тут переночевать. А, во. Ну, или что, или нельзя? Говорит, что типа можно, тут интерактивный объект. Ах, хера ли. Да ладно. Что за косяк? Короче, смотрите. А я выбраться-то хоть отсюда смогу, нет? Отлично. Хоть что-то меня радует. Встретитесь же. Здорово, чувак. Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. Now, I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. Не понял. С безопасного расстояния. А где это безопасное расстояние? Ну-ка. Что-то я не понял. Сейчас что, огонище какое-то сделает? А-ха-ха-ха! Вот это поворот. Короче, надо было просто съебнуть отсюда. Ну кто ж знал-то, кто ж знал с безопасного? Я думаю, я в безопасном расстоянии. Ну все, типа, задание завершено. Правда, оно как-то херово завершено. Понаблюдайте с безопасного. Ишь, какой хитрый ты жук. Так, пойдемте продадимся, чем мы тут налутали. Кстати, а у нас миссия здесь, да? А, ну, значит, нормалек, что если я здесь буду. Так, сюда, значит, тогда поставим эту маркер. Я вот, кстати, предчувствовал, что нам надо утойти. Но что-то меня это... До последнего я не хотел в это верить. Ну и зря. В общем, умер. Видать, шоу было феерическое, наверное. Так, убираем маркер. Так, где тут можно продаться-то, ребятушки? Где тут продавали? Во. Продать, значит, это оставим, конечно же. Это тоже, конечно же. Или подождите. А это сколько? Так, ладно, это оставляем, значит, это все продаем. Электропроводящая жидкость. Но она мне, в принципе, ни к селу, ни к городу, так что... Ладно, пусть будет, на всякий случай. Аптечек сколько у нас? 3 штуки? Тю. Это же мало. Отмычка, изолента.
Еще и аптечек нету. Ну что ты какой? Так, а что если посмотреть у другого торговца? Ну-ка давай к этой точке беги. Всего три аптечки, это же очень мало. Как мне миссии проходить? Это же мало. А лутать я не хочу, потому что лутать, соответственно, аптечки и лутать коктейли Молотова нужна алкашка. То есть надо либо-либо. Но лучше я потрачу деньги на коктейль Молотова, потому что это очень крутая тема. Очень классная. Ну-ка давай залазь, залазь. Есть что-нибудь? Там дохера что-то вроде есть. Да. О, алкоголь. Ну прям не в бровь, а в глаз. Ты что, тоже хочешь? Ты реально хочешь вот так же? Ну иди, заходи. Хоть я тут по беспалеву отработаем. Подсрака тебе, на. Так, я не понял, ты что здесь делаешь? Откуда ты-то взялся? Странно. Пришел, откуда не ждали. Так. Что там? Подбирай. А тут что? Подбирай. Во. Залезть можешь? Ой, ты какой! Ты что здесь делаешь-то? Все, успокоился. А теперь? А вот теперь? Кстати, надо же починить. Я думаю, что такое? А вот теперь он точно успокоился. А, так, холодильник. Давай мне алкашку. Не хочет давать мне алкашку. А в этом что? Да ладно, ничего нет, что ли? Тю. Оно того не стоило. Давай залазь. Так, 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 так. Нам туды. Не хочу ничего знать про вас. Зомби тупые. Так, алкашки опять нету, да? Плохо. А я-то вот надеялся, я-то рассчитывал на алкоголь. Что бухну после проделанной работы. А нет, не тут-то было. Нет у нас алкоголя. Так, никого нету, то я без палева вышел, создаю, собираю в контейнерах. Это ж не все так просто. И не все так безопасно. Так. А, так мы же в главную башню бежим. Отлично. Это меня даже радует. Так, хорош. Давай, 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 давай. Во. Так, у этого есть что-нибудь интересное? У кладовщика для меня. Я вот не помню, я подбирал что-то или нет. Кладовщик. Отлично, все у него есть. Он просто стеснялся. Так, и где там продавалка? Продавалка, я иду к тебе. Здорово. Мощная подача. Контузик холодного оружия. Классно, наверное. Наверное, классно. Так, купить. А что я купил? Я же вроде аптечку покупал, нет? Две штучки. Ну как бы не то чтобы я был бы совсем рад, но хрена себе уроны тут у вас. Не, ну пистолет понятно. Вот это что такое? Обращение. Секач. Хренеть тяжелая была у вас. 166. А это сколько? 134. Вот это поворот. Кстати, по поводу обращения. Обращение. Я все понять этот параметр не могу. Я так понял, типа он позволяет, типа чем выше обращение, тем что? Хотя нет, вроде. А, или чем ниже обращение, тем он быстрее выдыхается. Хрен его знает. Так, это продать, продать. И чего, все что ли? Ну, вроде все. 6 аптечек, не знаю, хватит. Нет. Давайте заночуем. Ну, сперва дождемся ночи, а потом уже и заночуем. О, нормалек. Ну что ж, на этом эпизод, я думаю, можно, в принципе, завершить. С
вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте под видео. Ссылочка будет в описании, соответственно, с прохождением игры. В общем, всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока.